Это глубоко мне не разглядеть. Я к тебе тянусь, но боюсь задеть. Ты опять стоишь в круге пустоты. Сложно добежать сломанные мосты. Раскаленный день не остудит дождь. Отпущу тебя, навсегда уйдешь. Но пока ты ждешь. Я хочу бежать, но куда, зачем? И помочь тебе не могу ничем. Воздух по глоткам, некуда идти. Мы с тобой стоим на краю пути. Холод по спине, только не сейчас. Просто посмотри в бесконечный глаз. Так ты спасаешь нас, нас. Скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю, и будь бы легче. Опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи, что любишь меня. Тихо прошепчу, давно и тебе. Капли на словах позовут ко мне. И за все прости, если не смогла. Знал всегда, что я для тебя жила. Несколько минут просто подожди. Что-то навсегда здесь освободи. Вновь ты меня найди. И скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю, и будто бы легче. Опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю. Красиво, согласитесь, очень красиво, и ребята старались, несомненно. Жалко, конечно, я все отвлекаюсь на то, что сказала Наоми перед танцем. Ну, не преподают русский язык во всех американских школах, и ей, конечно, было тяжело. Однако, с ее стороны, выражение любви было более явным, более отчетливым в танце. Историю про любовь, рассказанная Наоми, мне, несмотря на то, что я мужчина, более понятно, чем то, что сделал Руслан. Леночка, а у тебя какое впечатление? Американская школа и русская школа. Посмотрите, насколько они гармонично смотрятся, насколько это классично. Мне понравилось.